Вот я сегодня пришла в Поло, смотрите, 40 лир, такие вот трусики. Белье, Поло пенти. Ночнушки, сейчас мы посмотрим пиджамочки. Но они отдельно, наверное, идут. Эти по 230 лир. Сверху. Трусики вот такие. Почем они? 29, мои друзья. Белье очень красивое. Например, пиджаму пенти, да? Это 74 лиры отдельно. И это 110 брюки. Ну, штанишки, смотрите, такой комплект. 180 лир. Сейчас мы будем лучше смотреть, потому что очень тяжело. Вот такие пиджамки, да, сейчас. Шортики. Это маечный, очень классный материал. Сколько они стоят? Блин, так плохо вижу. 69 лир, по-моему. Такие вот. Вот такие шортики. И можно взять отдельно такую. Ну, я большой размер взяла. Мои друзья, хорошо подобрать можно. Сколько это длинная? 130 или 110. Ой, как я плохо вижу, мои друзья. Пиджамы разные. Смотрите, с такого качества. Очень хорошее качество. Смотрю, такая, как у меня, здесь я не вижу. Почем это? 104 лиры. Есть шортики. Можно подобрать шортиками вот такой. Только короткое. Ну, сейчас пойду как-то сниму получше. Смотрите, белье, например, пенти. Сколько она сейчас? 109 лир, вот. Но у меня карточка есть, мои друзья. И вот такое я могу взять за 80. Этот бюстгальтер. Такие трусики, как я брала. Ну, почем они сейчас? 39. Я себе и белый, и черный вот такие взяла, видите? 39, 40 лир, короче. Смотрите. Какая красота, девочки. А женщины? Почем это? 140, 150 лир. Ну, пенти это получается средняя, мои дорогие. Смотрите, какие лифчики. По 79, 80 лир. Ну, я говорю, у меня карточка. Вот китурские, как у меня. Почем они, интересно, сейчас. Я себе купила тоже. Что это за фигня? А, нет, это сверху. Я уже испугалась. 140 лир. Думаю, так дорого не давал. Тоже все по 40 лир, смотрите. Ну, все есть дороже. Например, вот такой желтый 100 лир бюстгальтер. Смотрите, какие есть. Вот этот. Меня девочки просили, я вам снимаю. 90 лир, смотрите. Блин, оно размывает камеру, не могу нормально снять. Всегда в магазинах. 95 лир вот такой. Этот нежный голубой. Такой светло-светлый голубой. Почем он? Блин. Цена закрыта. 70 лир. Видите, можно комплект подобрать. Вот, допустим, этот зеленый. Почем я его сказала вам? 80, да? И этот 30 лир. Трусики такие, смотрите, подобрать. Можно такой подобрать. 75 лир, 74. Это трусики 30 лир. Ну, считайте, 105 лир можно этот подобрать. Это что у них цены так закрывают? Это 80 лир. Этот голубенький. И трусики вот такие. Это уже не танго, а трусики. Где цены, блин? Эти вообще дешевые 20 лир. Вот. Беленький. 100 лир. Симпатичный. С черными такими. И трусики к нему. Ну, где-то 40 лир будет. 35, не угадала. Эти розовенькие есть. Ну, цены приблизительно, мои друзья. От 60 лир. Вот, 74 лир. 75, видите, желтенький. Какой симпатичный. Это пенти, я вам так говорю. Это почем трусики? 30 лир. Здесь дешевле вы не найдете. Вот, качество, девочки. Сейчас я вам покажу, что я беру себя постоянно. Я настолько довольна, где они. Пусть их найду. Я черный и белый себе покупаю.
По-моему, вот оно. Нет, я без пушапа беру, но я вам передать не могу, какое это качество. Я не могу найти, где. Ну, похоже, что-то на вот эти, да, но я просто говорю, у меня дочка дала свою скидку. Или вот они. Смотрите, вот эти я беру, почем они сейчас? 65 лир, смотрите. Настолько удобный. Я себе взяла черный и белый. Видите, их очень много есть. Настолько удобные, что я вам передать не могу. Такие, кто любит. Есть вообще на любителя. Что, мои друзья, носочки здесь я покупаю. Пиджамки. Я здесь все себе... Вот эти очень качественные пиджамы. Смотрите, как бы вам лучше показать, да? С брючками. Короткий рукав. Видите? Качество невероятное. У меня есть... Две или три пиджамы отсюда. Сколько она стоит? 150 лир, видите? Ну, говорю, у меня скидка есть. Потому что у меня акции. Я смотрю, но у меня скидочка есть. Мне дочка, не знаю, какую процентную карту свою дала. Это почти 200 лир. Видите? Ну, на мою скидку где-то 150 будет. Красивое белье. Сейчас еще вам покажу. Ну, я в один отдел зашла, друзья мои. Вот пиджама. Качество здесь я вам просто передать не могу. Здесь только такой огромнейший выбор. Смотрите, без галтеров. Таких вот всяких накидочек. Почем они? Блин, где здесь цена? Не вижу, друзья. Не знаю, видите, какая... модельки сейчас, блин, зацепила. Ой, я не могу его вытащить. Вот оно. Смотрите. А сколько оно его цена? Что я там не написано, я не поняла. Нету цены, мои друзья, я не знаю. Вот на манекены вам покажу. Вот видите. Пиджамы, говорю, вот такие есть короткие, с шортиками. Вот это я очень люблю, такие сейчас на лето. Я не знаю, 100 лир они были, сейчас почем оно. Но у меня чуть-чуть другая, у меня серая с белыми шортами такими. Ну, немножко не так. Ну, качество очень идеальное. Вот. Ни хрена не пойму. А вот цена, 140 лир. Ну, я за 100 лир брала. Не вижу здесь такая, чтобы была. Я брала в такси, мои друзья. Это уже на любителя. А где купальники, я не вижу здесь. Убрали отсюда спенти. Вот эти очень классные бюстгальтера. Почем они? 119 лир, смотрите. Я говорю, у меня скидочка есть, что... Это... Я не могу понять, где тут, что я себе покупала. Вот такой я брала. Сколько он сейчас стоит, смотрите. Шлейки стираете, не снимается. 120 лир. Может это быть и эта марка. Вот они. Вот они. Да, только у меня белый и черный. Я не могу понять. Сколько? 130 лир. Но я не знаю, друзья. Я по скидке брала. Видите? Очень красивое белье. Пенти. Я пойду еще в другой магазин. Попробую снять. Что-то здесь мало очень. Ну как мало, большой отдел, но не вижу купальников. Эти. А вот, друзья, нашла я пенти. Думаю, куда девались купальники. Ну, смотрите, какие модели. Такой дочке, похоже, есть. Почем он? 79-59 лир сейчас. Ну, у нее, похоже, я не помню точно, мои друзья. Смотрите, какие. Какие. Эти почем? Мне надо поехать. Это 86 лир. Мне надо поехать в другой. Честно говоря, себе хочу зеленый, в прошлый раз красиво увидела. Сколько? 79 лир. Вот эти один трусики и к нему вверх 120. 190 лир комплект. Этот тоже. Короче, я вам буду показывать комплекты. Это 90. Ну, они приблизительно 10 плюс-минус, смотрите.
Потому что я сейчас буду все цены смотреть. Меня выгонят девочки. Эти 70-80 лир, а верх какой к нему? Этот что ли? Ну, не знаю, верх какой подобрать. Какие есть. Да их здесь дофига, девочки. Смотрите, такая модель. Я поздно пришла в магазин, надо было раньше прийти. Сейчас уже закрывается. У меня я себе босоножки, шлепки купила. Сколько это? 309 лир. Это, наверное, комплект. 50 долларов. Такие вот комплектики. Сколько этот комплект? Мне себе надо выбрать. А это 400, почти 375. Ну, это, наверное, новые модели, девочки. Такой оранжевый. 365. Я говорю, видите, какие комплектчики? Это, наверное, все новые модели, я так думаю. Потому что так дорого. Этот симпатичный комплект. Этот сколько? 395-400 лежит. То, что мне нравится. Видите, какие цены? Этот тоже мне нравится. Этот почем? 345. Видите? Такой черненький. Накидочка вот эта симпатичная на море. 120 лир. Просто я не знаю, получится ли мне на море поехать. Мне нравится вот такой вид. Видите? Вот такие купальники. Более под спортивный стиль, но они мне не подходят. Ого! Это 300 лир. А это сколько? Где его цена? Вместе комплект подобрать. Сколько он стоит? Ой, друзья мои, смотрите сами. 240. Это, короче, 90 баксов выходит. А, конечно, Томми. Куда меня поперло? Ну, не знаю, мои друзья. Видите, какие цены дорогие. Я пенти очень люблю, друзья. Я приду еще где-то. Я когда себя буду покупать. Просто я уже много накупила себе. Это красненький, симпатичный, разливается. Почем он? И недорого, 90 лир. 88 или 85, точно не вижу. Он нормальный. Видите? Я что-то такого зеленого хотела себе шлепки, купила зеленый. А этот 100 лир, 95 или 98, вот. Вот симпатичные, да? Не знаю. И можно и трусики подобрать, видите? Это получается такой... А трусики вот, наверное, снизу, да. Вот мне нравится. Трусики 70. Это получается 150-160 лир, нормально. 25 долларов, это даже недорого. Ой, тут есть такие симпатичные. Смотрите, наборчики. Хорошие, кто любит. Как их, блин, вытащить не могу. А, это той марки новый завоз. 342. Я не знаю, какой себе выбрать. С железками я не люблю, это не мое. Ну, короче, смотрите сами. Новые модельки какие. Шортики, все есть. Ворошек, кому нравится. Я себя так хожу. Эти девочки меня уже 100 раз здесь видят, потому что это шишли 100 лир. И трусики. Ворошек, кто любит. Видите, какие. Эти девочки меня уже узнают. Я здесь рядом живу и хожу к ним постоянно. Почем это? 80. А то сколько я говорила? 100. 180 лир. Ну, на мою скидку будет 140. Говорю, у меня скидка, дочки, она в руках. Я сейчас мерить не буду. О, зеленый. Смотрите, какой красивый. Я хочу зеленый. Сейчас я себе так поставлю. Видите? Мне нравится зеленый. Вот. У меня розовый с голубыми. Сколько он? 90 лир. Видите, мне нравится зеленый. Трусики, интересно, какие. Вот это мне нравится. Тигр такой.
Этот мне понравился. И недорого. А трусики где? А на той стороне 90. Сейчас. Вот они. Какие трусики. И трусики закрытые. Видите, нормально. Супер. Это мое. Все надо прийти померить. А сколько трусики не вижу, мои друзья. 80, а там сколько? 80 или 90. Ну, короче, 150 лет выйдет. Видите? Лично мне нравится. Но еще мне нравятся эти новые завозы. Ну, дорого. 400-500 лир, да? Да хрена. Вот этот, что мне понравился. Ну, не знаю, может, кемаля раскручу. 350 лир. 55-60 долларов. Это недорого. Ну, сейчас вы, конечно, скажете... Ну, для купальника. Ну, эта марка не дешевая. Ну, средняя тут. Моя дочь Ошо. Ей парень покупает. Ошо, Ошо. Неправильно вы говорите. Видите, это Пенч. Это Томми. Но. Моя дочь покупает Ошо. Естественно, я себе там позволить не могу. Я не работаю. Смотрите, Пенчи тапочки. Это у меня точно такие голубые, видите? Дома есть, я еще даже не одевал. Сколько они стоят? 80 лир. Очень удобно, я себе на море взяла. Вот такие красные. А тут почему? Эти по 50. Желтенькие есть. Пенти очень красивые, смотрите. Но не все стоят, мои друзья, около 100 лир. Что, мои друзья, ходила я много, я смотрела вам пенти, себя опять купила шлепки кожаные, замшевые, зеленого цвета. У меня платье два зеленых. Ну, что, не знаю. Кемаль умрет сейчас, ждет меня. А я по этому магазину ходить люблю 150 раз. Мэймен, это мой магазин. Он сейчас увидит покупку, скажет, сколько ты идешь в магазин, что-то. Смотрите, все время что-то покупаешь. Ну, потом покажу, мои друзья. Наш любимый магазин. Смотрите, я зашла, видно было. От дочки пришел, забрал меня. И все, валю я домой. Привет, друзья. Сейчас я это вставлю, то, что у меня еще с ценами, что я не одевала почти, потому что я уже 8 месяцев как начала пользоваться этой маркой. Но, естественно, я уже стерженные вам показывать не буду. Эту пиджаму я только один раз одела, считайте. Она вот такая пиджама 100 лир. Но, естественно, мне карточка, я по скидке беру. Видите, мои друзья, очень хорошая. Я Элочку взяла себе. Это такая 100 лир. Трусики я вам показывала в видео. Смотрите, вот эти от 50 лир. Но, естественно, я все покупаю Танго. Видите, я не беру такие... И вот эти тоже по 40 лир. Черные у меня есть уже стиранные. Это синие. Это тоже по 40 лир. Это другой марки. Это намного дороже, конечно. Видите, какие они нежные, очень красивые. Носочки у меня только одни, что я не одевала. Другие уже все стиранные. Серые и черные. Поэтому я вам покажу. Носочки от 5 лир. Есть и 15 лир. Качество идеальное. Я не знаю, я привыкла. Хочу вам показать еще вот эти лифчики. Это только у меня два с ценами, что я их еще не одевала, мои друзья. Потому что цена есть здесь или нет? Нету. Потому что это самые другие уже стиранные. Каждый день стираю, ничего нету, не растягивается. Качество идеальное. Я только покупаю вот такие. Без пушап, там, мои хорошие. И плюс есть эти 65 лир. Ну, естественно, скидка у меня есть. Это есть по 120 лир, если здесь ажурные. Я увидела, вам показывала. И точно такой белый мой, еще новенький. И купальник, друзья, я купила, уже показывала в одном видео. Фирма «Лимон». Потому что пенти не было, то верха, то низа. Ну, видите, какое качество. Но это намного дороже. Это, считайте, ну, пенти можно за 130 купить. И здесь у меня скидки не было. Смотрите, этот 80 лир трусики, этот 95 лир. И мне нравится то, что расцветка очень хорошая. Впервые взяла эту марочку. И оба у меня с этой марки есть. Очень идеальный, считайте, вот эти железки, считайте, вот что железное,
ну, на лямочках. Это мне нравится. Защелки хорошие, такие прочные. И еще вам покажу вот пенти. Эти 80 лир. Ну, говорю, у меня скидка есть. Пенти я себе взяла, мои друзья. Сейчас покажу. Что-то у меня камера так тупит. Вот эти очень удобные, легкие. Эти я тоже еще не одевала. Эти 50 лир. Мне дочь посоветовала, потому что у меня есть такие, я брала на море. Считайте 15-20 лир. Но здесь полотно очень такое нежное, хорошее. И плюс, когда в дешевых вы идете, я чуть не убилась, на мокрый бетон встаете, очень скользко, в этом ничего нет. И, естественно, очень полно у меня таких турецких моделей. Эти от 100 с чем-то лир, 150, по-моему, набор. Там у меня пиджама, эти тапочки, но я их что-то не одевал. Новенькие еще ни разу не одевал. Такой комплект. Вот, мои друзья, я на себе испытала, поэтому я вам рекламирую. Говорю, у меня дочь присадила, я более 8 месяцев только эту марку покупаю. Я всю турецкую, эти, все повыкидывала, мои друзья. Потому что она растягивается, некачественно, даже если вы покупаете на базаре за 20 лир. Пусть чуть-чуть тут дороже, но это, говорю, идеальное качество и удобное очень. Не знаю, попробуйте, мои друзья. Я уже только на это перешла. Привет, друзья. Снимала вам пенти белёжинское, купальники, и не могу ничего не купить. Почему я купила эти шлепки? Не очень-то мне нужны. Этой фирмой, видите, смотрите, очень мягкие здесь внутри, кожаные, натуральные, мои друзья, смотрите, они светло такие зеленые, но у меня два платья есть, как бы не очень мне нужны, но очень дешевые, поэтому я купила, видите, кожаные, натуральные. Что я хочу вам сказать, эти шлепки были в прошлом году, ну, где-то 300 лир. Где-то месяц назад, я не помню, может, чуть меньше, я увидела, они были по 100 лир. Это по одному размеру остается. И вчера зашла случайно, слушайте, 65 лир, что не взять, $9. И просто к этим платьям, они очень легкие, удобные. Посмотрим, как будут ходиться. Это в Джавахире. У нас Шишли, Джавахир, огромный магазин, там очень скидки. Даже вчера зашла футболки, те, что были 90 по 50 лир. Так что, кто живет, приезжайте в Джавахир, в Стамбуле.